Затушившую водой вечный огонь возле Ивановского памятника героям фронта и тыла женщину полицейские выловили по горячим следам. Отработали видеокадры, изъятые с места происшествия, опросили очевидцев и составили словесный портрет. Ориентировки через оперативного дежурного раздали нарядам наружных полицейских служб. Заступив на службу по охране общественного порядка, от оператора 02 около 4 часов дня получили сообщение о том, что на проспекте Шереметьевском на памятнике героев фронта и тыла совершены противоправные действия, а именно женщина затушила вечный огонь. Проследовав к месту происшествия, узнав приметы у очевидцев, значит, нами была задержана неподалеку от места совершения преступления гражданка, схожая по приметам, доставлена в отдел полиции города Иваново. Задержанной 38 лет. Ранее она уже имела конфликты с законом и привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление. Расскажите, пожалуйста, что вчера произошло? За что задержали вас? То, что я воду налила. Куда? В огонь. В какой огонь? Ну, где памятник. Вы погромче говорите и подробно. Памятник дела, да. Ну, надела туда. Что за памятник? А? Что за памятник? Где находится территориально? На Шереметьевском. Вопрос о том, что сподвигло женщину на хамский поступок, задавать бессмысленно. Ранее судимая за кражу, безработная женщина на момент совершения преступления и задержания была сильно пьяна. Пила, как призналась сама, спиртосодержащую жидкость из аптечных пузырьков. Что сподвигло вас сделать такой поступок? Знаешь, сильно пьяная была еще. Где распивали? И с кем? С знакомым. А где? Там. В парке там. А что пили? Пузырьки. Сколько вы пили? Две, не помню. Аптечные пузырьки обернулись в итоге уголовным делом о повреждении памятников. Эта статья предусматривает для виновного лица лишение сроком до 5 лет. Какие мысли у вас по этому поводу? Вы, может, хотели извиниться? Я знаю, что я неправильно поступила. Вы когда это осознали? Когда протрезвили?